А нашу душу? А на тебя посмотрим. Везде хаза, везде федералы, везде. Всем ассаламу алейкум, вы находитесь на канале Мурада, и сегодня у нас спонтанная поездка в Чечню. Что на блютузе слышно будет, да? Наверное, вот как всегда. Ассаламу алейкум. Пацан со мной. Эй, сушаки там, а у него... Ладно, короче, я буду аккуратно плюс-минус показывать нашу дорогу. Иншаллах, сейчас выйдем. А, заведенная блокпинка, тихо работает, машаллах. Вот бункеры, кстати, мы в бункере. Сейчас посмотрим, спокойно ли доберемся в Чечню и приедем уже в бункере обратно. Радио Ватан, газеты. Махачкале, как всегда, нет света, светофоры, ничего не работают. Да. И, короче, не, я туда не хочу, я хочу, где этот улицу Ахульго, где водоканал, поехать, пробки объедем. А так, кто в Махачкале живет, спокойно можно эти пробки объезжать, ну, акушинские пробки через этот водоканал. Потом а, на туре смотри. Потом пробки там будут. Солнце побраться. Откана. Сколько часов у нас дороги там? 3 часа ждешь? Куда, в какой город там уже? Ну, Грозный, грубо говоря. Вот рядом с Грозным, Аргун. Туда едем, короче. Эту улицу я говорил. Здесь, конечно, опасность, вот так сделать, там окажешься. Но, да, я говорю, что здесь пробок не бывает, это понял. Лежачку поймал. Это бомба. Вот спокойно едешь, без пробок, без ничего. Вот мы уже выезжаем с Махачкалы. Мы буквально за сколько? За 20 минут, за 15 минут выехали с Махачкалы, с троллейбусного кольца по той дороге, которую я вам говорил. Вот уже едем. Сейчас здесь будет заправка, моя любимая Аска. Туда заедем, заправим газ и уже двинем. Жаныма да уа, сен маған ауа, сен де келіпс, бұл мен емес. Жаныма да уа, сен... Заправились. Заправились, едем. Надеюсь, не по нашу душу. Дайте, да. Пол где был. Расклеивать, надеюсь, не будут нас. Ремеху присягни. Выскочи к ним, они ждут, что ли. А нашу душу? А на же посмотрим. Вот выписали билет. Короче, могу спокойно день ездить с тренировкой. Короче, оформили нас, что угодно говорил им. Но, как мне сказали, на меня наводку дали, передали то, что на меня составит административный материал. Но меня не останавливали, просто написали протокол и требования. Ничего-то сейчас, получается, могу спокойно куда по кайфу ездить с этой тренировкой день. День тоже, что я буду ездить до второго требования, потом посмотрим. Чуть-чуть немного застряли в Хасавюртовской пробке. Ну, я бы не сказал бы, что прям сильная пробка, что мертвая. Плюс-минус аккуратно двигаемся. Я думаю, уже еще 5 минут в этой пробке и уже все. Мы дальше поедем.
Хас не удивляет, как всегда пробки в месяц Рамадан. Вот мы на посту. Сейчас посмотрим, что первый. Смотри, смотри, вышел на меня, вышел, смотри. Второй. Не, нормально. Третий. Как попало. Не было бы у нас требований, клянусь, даже остановили бы и написали бы вот здесь же, скажи. Вот это место. Одна камера играет, еще камера. Уже в наличии, уже перетянутые, сразу можно на машину установить. Я же говорю, все в наличии. Ты приезжаешь, тебе сразу меняют потолок. Вот здесь уже идет процесс установления звездного неба. И звездное небо тоже делают. Обычная мечеть. Скажи, реально, как будто дом, машала. Машала очень красиво. Машаллах, очень красиво. Просто нет слов. Брат, приятного тебе. Вот и вторим. Здесь. Пока нашу машину делают. А так всем приятного, кто кушает. Вот этот белый потолок на моей. Сейчас я буду делать черный. Я пока что думаю, алькантару делать или мерседес ткань. Но результат я вам сейчас покажу. Вот уже сняли потолок. Сейчас буду перешивать. И когда установят, я вам покажу. Yolun var, der o ses içimde hatta kafamda durulmaz asla hiç yorulmaz çırpınırken ben inatta, inatta. Bomba sделали. Вот в Аргуне АМГ тюнинг ателье, вот здесь мы сделали бомбу и черный потолок, просто бомбу и вид. Вот сейчас мы уже выдвигаемся в сторону Грозного, я хочу здесь пару кадров вам интересных заснять в Грозном. И уже иншалла поедем домой в Дагестан. Вот мы уже в Аргуне, или это Аргун же, да, брат, допустим? Вот это мечеть, по-моему, в честь матери Кадырова названа мечеть. Ай, бетонки стоят. Машалла, красиво, просто. Вот мы находимся в самом центре Чечни. Грозный.
там куда-нибудь заехал, да, остановил. А как внутрь туда заехал, где Табаев заезжал? Очень красиво. Там резиденция Кадырева. Мы вот нашли, короче, место его здесь оставить. И чуть пешком пройдемся. Мечеть тоже зайдем, намаз сделаем. И покажем вам Грозный. Ибра, как тебе нравится, да? Четко. Давай с дороги лучше отойти, еще собьют. Машалла, очень красиво. Вот это, походу, их площадь. С площади идешь в мечеть. Идем. Аккуратно, сюда смотришь. Да. Фукин. Ой, останавливается, ура. Остановитесь, пожалуйста. О, майно. Не знаю, нет, майно. А так вот туда тоже заедем, только я пока что не знаю, как туда заехать. Эй, Ибра, тут в натуре все вместо сигнала хазарт этот используют, прикинь. Если сигнал надо дать чисто спецам. Можешь я сейчас... тоже посажу так делать. А, да? Можешь сейчас на видео тоже попробую заснять, как чисто спецам здесь едут. На это смотрите, да, это что такое. Привет. Очень красиво. Сейчас уже идем в торговый центр. Мне просто интересно, ну, посмотреть, да, что там находится. Такой большой торговый центр. Вот тоже он тут. Клянусь, Ибра. Я вот такой первый раз в жизни видел в Саудии, Мекке. И вот здесь, в Грозном, Пекин. Эй, мы где вообще, Ибра? Ибра, Ибра, мы где? Это Грозный, это Грозный. Надеюсь, на меня не смотрят, как на барана. Это второй вход, походу, нет? Как думаешь, Игра? Нет, это этот, что ли? Нет, по-моему, у него здесь много входов. Нет, это не этот вход. Вот здесь дом хочет, да, купить квартиру? Вот здесь что мне подарит, я буду счастлив. На прописку здесь сделаю и буду на 95-м регионе. Мы уже вышли из торгового центра, сейчас поедем вот туда на машине, если у нас получится. Но надеюсь, иншалла получится, там тоже снимем пару интересных кадров и уже поедем домой. Чтобы вы понимали, насколько здесь опасно. Везде хазар, везде федералы, везде. شهمني سيدي لا تعاتبني اللي بيني وبينك سالة لما نجيك ما تجيني غير سيرو خليني بكيت لي عيني أصلا يرسو ها موتو جاربي يرسو دو فوتكو زيادة دو ازمين دو بابلم نيتو دو 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 Ибра, на нее обзор снимем, да? Он как эти номера согнул, прикинь, вот так. На ней я... Это что? Это чтобы буксировать, да, брат, вот это место? На ней я даже разбиться согласен. Салон посмотрим, или по-братски, нереально интересно. А что ему можно тонированно ездить? Мне нельзя. Нам нельзя. Ты 4 раза остановили. Сзади смотри, да, по-братски, это что? Машалла, она очень красивая. Здесь много красивых машин. И вот газель тоже думал. А что здесь магазин, прикинь? Это тут Ахмат Кубра.
Игра на эту смотри, да. На 013 номерах. Альбомы федералы тоже стоят. 30 миллионов вот здесь стоит. Больше, может, 30 миллионов. 75-ка тоже неплохая. 3 миллиона. 10 раз дороже. 10, не, реально, смотри, какая она красивая. 10, почему 10. Им можно бункеры, скажи, да? Почему? Мне тоже можно, по идее. Вот так, да. Почему им можно? Они могут себе позволить, понимаешь? Ну, я тоже могу. Просто с некоторыми ограничениями. С 90%. Отсюда удав. Где вход сюда? Вообще не это здание, по-моему. Это здание. Вот здесь смотровая, клянусь, вот здесь. Смотровая, короче, была закрыта. До 9 работает. Поэтому едем домой. Идем к машине. Так очень было красиво. Мне понравилось. Потолок тоже понравился, как сделали. AMV Atelier бомбовые. Так что можете смело заезжать, я ссылку тоже оставлю их в описании и номер телефона, через который можно записаться. 2 Zikra 001. Китайцы. Неплохие. Ибра, подожди. Как к китайским машинам относишься? Стой, тебя не слышно. Сейчас... Положительно. Положительно, да? Положительно. Купил бы себе китайца? Купил бы. Любого. Жили Манчжара в первую очередь. Только что нас остановили, сказали, давайте мы вас сопроводим до выезда из Грозного. Я говорю, давай, проблем нету. Вот с Хазаром. Дай. Вау, прямо поехал, не что направо. Там нас остановят. Вот как изнутри смотрится мой салон. От первого лица. Что вы мне говорили по дороге? По традиции остановились в магазине. В магазине тут что, сушняк взять? Вот Ибра стабильно сушняки накрывает. Да, всегда. Верно. Два адрика. Этими карточками я вас купил. Смотри на это, песочные часы. Он чё заморосил? Это что? Купи вот этот. Нет, пожалуйста. Купи там мне резину побраться. Это просрочный. Смотри, это батучи-то, да? Верши надо. Короче, у нас начался квест найти сушняк в ленте. Нам нужно найти. Нам тут что-то поебло. Здесь не написано, что ли, сверху, кондитерские изделия там. Вот, смотри, мы где пироги, от пирогов до адреналина, где-то 2 дрона. Это что? Тамай он этот. Короче, мы где-то близко к адреналину. Вот здесь Балтика Милёвка. Вот здесь. Вот здесь Стом. Стом. Лента. Прикинь, лента у них собственно есть. Ой, горилла рядом, значит адрик тоже рядом. Нет? Вот, я нашел. Знаешь что, лит не найдем, что ли? Да, нет. Ну, конечно, нельзя пить, по идее. Можно. Одну можно. Мы же две взяли, да, мы поставим. Как бы сейчас другой квест найти кассу? Идем туда. Где касса? Там это есть. Сникерсы тоже. Идем по-любому. Я в Астрахани был в этом, в таком магазине. Ты в Астрахани был? Да, здесь. А, вот же касса. Вот касса. Прям Астрахани. Смотри, это сколько касса. Прикинь, 27 касса. Сейчас эти вот наши пройдут полный путь. Не знаю, почему они меня вот сюда их поставили. На эту луну посмотрите, да? Не знаю, вам видно или нет. Просто машалла, очень красиво. Вот мы уже вышли. Сразу нам кто-то сзади моргает, чтобы мы ушли с этой полосы. Да, короче, мы выехали с Грозного, едем в сторону Дагестана.
Короче, едем домой, Махачкалу. Извиняемся. Мы уже находимся в Хасе, чек опять вылез. Я не знаю, он просто по приколу сам выходит. Давай его пропустим. Так, сейчас мы договорились с хасавиктурскими моими подписчиками, знаешь, сюда сходку сделать, где крипсы. Криспи, да? Его тоже высадим. Я уже один поеду. Махачкалу. Я уже нахожусь в Новом Чиркее. Почти доехал до Махачкалы. Почти тоже что? Еще есть дорога. Сейчас я должен встретить одного человека. Честно сказать, очень устал. Не снял, как я выезжал с Хасавюрта, проезжал посты и так далее. Но, как вы можете видеть, я все еще в бункере. Так что все нормально. Приеду в Махачкалу. Скажу, сколько все мне обошлось. Вот этот сделал черный потолок и так далее. Дорога, сколько мне обошлась, вообще как, о чем вообще следующий ролик, что снимать. Сейчас главное доехать до Махачкалы, все. И еще благодаря этому селу, Новый Чиркей, иншалла, я думаю, смогу что-нибудь еще интересное купить. Короче, наблюдайте. Всем, кто до сих пор смотрит ролик, кто уже дошел до конца ролика, кому интересно, я вот уже заехал в Махачкалу, буквально 15 минут, и иншалла я буду дома. Так. Успею я? Не? Да? Не? Не успею. Ой. Зацепились здесь камни. Я дадим, наверное. Если он даст. Вот и ролик подошел к концу. Всем спасибо, кто досмотрел, ставьте лайки, пишите комментарии и так далее. Хочу еще раз показать этот черный поток. Я не знаю, вам видно или нет, днем хотелось бы показать. Ну, плюс-минус, наверное, видно. Сделали все четко. Я, честно сказать, очень рекомендую. А так, Махачкала все равно тоже какая неплохая, хоть и своеобразная, хоть и, я не знаю, чуть неаккуратная везде. Но зато она родная, своя. Мне вот этот черный потолок обошелся 18 тысяч, так-то он стоил 20 из-за рекламы. Все дела, скидку сделали мне. Короче, еще раз всем спасибо, кто досмотрел, закрыто что ли. Всем спасибо за просмотр. Бывает же такая иномарка с мигалками поворачивает барк. Надеюсь, там во дворе не будет места. Во дворе места не было, пришлось оставить вот здесь. Вот про то, что я и говорил, вот Махачкала. Все бродяга. Ладно, еще раз спасибо всем, кто досмотрел. О, кися. Привет. Ладно. Короче, я пошел домой.